Гродненские спасатели стали чемпионами мира по пожарно-спасательному спорту в Чехии. Четыре с виду хрупкие девушки заняли первое место в боевом развертывании и второе в общекомандном соревновании. С призовым вторым местом в эстафете вернулась и команда парней. Сами спортсмены до сих пор не могут привыкнуть к новому званию. Они чемпионы мира, но по-прежнему продолжают тренироваться и готовиться к новым состязаниям. Эмоции вообще перехлестывали все, и когда особенно наши детки, это мальчишки и девчонки, их объявляли, что они чемпионы мира. Но это просто было, это не рассказать словами, это просто одни эмоции. В первый же день соревнований, когда у нас Александр Жданюк стал чемпионом мира, от радости, от всего этого, даже голос у меня сорвался, и это было что-то. Наверное, самое сложное, это было как-то психологически, наверное, настроиться на старт, выступить, тем более, что командные виды. Ты отвечаешь не лично за себя, а за всю команду. Поэтому, конечно, и за всю, можно сказать, за всю Беларусь. Всех желающих заниматься пожарно-спасательным спортом ждут в Гродненском городском отделе по чрезвычайным ситуациям.